Итак, ребят, ну что, погнали дальше. Шестая глава. У нас она только началась. Мы увидели странный эпизод опять. И к нам пришла русалка с приятной новостью. То, что были найдены три сестры. Ну и, собственно, нам нужно в лабораторию встретиться с ними. О, сколько тут и винтиков. О, ребят, короче, сегодня будет текст. Спасибо за ожидание, ребят. О, пришла. О, дюймовочка. И все остальные. Действительно. Ты довольно оживленная. О, вот Цутя. А там еще Мичиру. Вы все целы, невредимы. Слава, как хорошо. О, отцу все еще ребенок. Ведет себя как ребенок, что ли. Как я вижу, Мичиро совсем не изменилась. И слова, что она говорит, до сих пор мне плохо понятны. Ладно, ну что ж, давайте начнем. Это, собственно, первая встреча, ну, где присутствует, собственно, из культа народ. Из ордена. Даже несмотря на то, что они все жили довольно близко друг к другу, они не особо хорошо друг друга все-таки знают, да? Однако сейчас любая поддержка выживших из изначального освобожденного района для нашей поисковой команды будет очень большой помощью. Ну и, собственно, вот вы встретились с Мичиро и всеми остальными. А, вот оно что. Ну, короче, да, тут нужно немного по-другому перевести. Я пошел в старый освобожденный район. Проверить, есть ли там что-нибудь полезное. И столкнулся с выжившими. Собственно, с Мичиро, как я понимаю, и тремя сестерами. И, собственно, мы все знаем, что любая помощь нам будет очень сильно... сильно под спорьем. Понятно. Итак, собственно, то есть мы встретились все. А, короче, они вернулись обратно в освобожденный район. Да, я была очень сильно удивлена. Я никогда не думала, что... Орден вернется неожиданно обратно. Я, сасугано ойрамо одоройте, сиготоно те о томечматта не. Да, я тоже был прямо так удивлен, что перестал работать. Такуми ва сайшо кара саботте та даро. Такуми, а разве ты вообще работал с самого начала? Не, Кёсо-сан те на.
Эй, а что это за... За люди. Ну, это, короче, религиозный культ. Религиозный культ? Я не понимаю. Ну, смотри. Эти ребята, они ведут других. Что? Судьба вести других должна быть только на плечах смелого героя Хамел, короче. Да нет, это не то же самое, что как герой ведет за собой кого-то. Это больше похоже на помощь людям, которые сбились с пути или не могут себя найти и так далее. Понятно. Спасибо, Хикари. Рапунцель хочет ребенка от Хикари. Раптян. Слушайте, ребят, прошу прощения, но можно мы продолжим разговор? Простите. Ну, в любом случае, все, вот вижу, собрались пока что. Короче, давайте вернемся обратно к разговору насчет того, что Мамору вернулся в освобожденный район, где, собственно, столкнулся со всеми. Да, мы тоже пришли в поисках выживших в освобожденный район. Я бы сказал, что тайминг у нас был просто идеальный. Нам очень сильно повезло, что встретились. И, как я понимаю, вы пока что обустроили тут новый освобожденный район, не так ли? Да, мы устроили свою базу тут и искали каких-либо выживших и, собственно, кровавых дев. Поэтому я действительно очень сильно рада, что мы встретились с вами. После того, как... После того, как вы трое все-таки присоединились к культу, мы не имели особо много возможностей увидеться друг с другом. Да, действительно. Сколько лет уже прошло, когда мы встречались последний раз? Прямо такая ностальгия ощущается сразу. Белоснежка не знала, целы вы или нет, поэтому беспокоилась. Однако она действительно сейчас очень рада, что смогла встретиться со всеми. Отсу-тян и остальным, вам ведь было тяжко до сих пор, верно? Ну, сейчас можете больше не беспокоиться дальше. Белоснежка, Соня, мы не пришли тут в игрушки играть с ними. Прости, дюймовочка.
прости. Блин, что-то дерьмовочка какая-то агрессивная. Ее бы связать. Тихо, дерьмовочка. Все-таки после такого долгого времени мы наконец-то воссоединились. В данный момент мы скрываемся между... эти области, между какими-то тюремными областями. Начиная с Мичера, там есть и все остальные важные члены нашего ордена. Однако мы едва ли выживаем. Однако это место все-таки пока что для нас временное укрытие. Мы не собирались ни за что оставаться там навсегда. Поэтому мы параллельно продолжали поиски места, где будет безопасно обустроиться. Ну, тогда здесь. И спустя какое-то время Мичиру изрекла послание божественное, скажем так, где сообщила нам о месте, где будет безопасно. И где же это место? Впереди, в восхитительной красоте, по ту сторону... Господи, как же она сложная. По ту сторону, короче. Там ждет нас процветание. То есть? Это, короче, впереди за городской областью. Однако мы не можем там пройти из-за кошмара. Вот почему, хоть я этого не хочу, я пришла попросить вас о помощи. С таким отношением ты приходишь к нам и потом просишь о чем-то еще. Да. Если хочешь помощи, то скажи прямо, пожалуйста, помогите нам. Если не скажешь, пожалуйста, то мы не поможем. Хатя, пожалуйста, заткнись на секунду, пожалуйста. Если позволите сказать свое мнение, честно, я хочу вам помочь. Потому что приютить весь культ здесь
в этот новый освобожденный район. К сожалению, мы сейчас не готовы. Как бы тут не все обустроено, как я понимаю, для этого. Кроме того, по пути до места, где вы сейчас находитесь, и до сюда, могут случиться очень много происшествий, что ли. Не стоять. Ну да, короче. В любом случае, я не хочу, чтобы кто-то умирал. А поэтому, если у вас есть идеи насчет другого безопасного места, я думаю, что будет лучше помочь им обустроиться там. Ну, короче, с культом лучше не связываться, это может привести к смертям. Да. Как я вижу, дерьмовочка, в конце концов, нам до сих пор не доверяет. Однако, если мы им поможем, может быть... Хоть какое-то доверие мы сможем заработать. Действительно, как Ицуки сказал, будет лучше иметь больше мест, где безопасно люди смогут жить. Дюльмовочка, мы поможем вам. Вот как. Ну тогда спасибо. Отпусти меня, русалочка. Я сейчас ей там по морде получу, что она... Блин, короче. Блин, да дайте ей побить ее, я сам хоть с удовольствием на этом посмотрю. Я полагаю, вот кто из вас из чатика хочет увидеть, как Хамелу сейчас по морде ей врежет за ее поведение? Ставьте плюсы. Посмотрим, сколько нас. Да, но откуда вы можете быть наверняка уверены, знать точно, что по ту сторону, собственно, городской области безопасно? Потому что это место, где Мичиру родилась и выросла. Поэтому это место я так же хорошо знаю, как книгу, которую я прочла снова и снова. Место, где ты родилась и выросла? Вон оно как. Ну, похоже, причина, почему... Похоже, причину, почему именно туда и откуда вы знаете, она знает, что там безопасно, мы не узнаем. Наверняка. Ладно, дюльмовочка. Если готова, то пошли. Ведите нас. Счетом того, что теперь у нас стало на 3 кровавых дев больше, то ситуация действительно будет более стабильной. Однако, будьте начеку. Шираюки и Нему я доукоу сасеру, но татакай не санка сасенай ва йо. Белоснежка и Соня составят вам компанию. Однако я не позволю им участвовать в бою. Почему, дюльмовочка? Сестра. Точнее, дюльмовочка. Но ведь сражаться
за сестренку, Лимовочку. Нельзя, вы все еще незрелые. И поскольку... я не разрешаю вам сражаться, потому что это слишком опасно. Хорошо. Я поняла. Ну, надеюсь, что вы все поняли. Ладно, погнали. Хорошо, тогда выступаю. Эй, почему они сражаться не будут? Вот Бука. Да эта сучка, блин, я бы ее подпи... Ну вы поняли. Кстати, а какого она уровня? Посмотрим. Блин, не показывает. Мне что, придется зайти сюда. Нажать вот эту кнопку. И выбрать ее. 31. А, слушайте, мы как раз как тогда. Я 31 левел и плюс-минус взял. Так, ну я паки менять не буду. Потому что я уже ее сбалансировал более-менее нормально. Поэтому пусть она будет в резерве. Так, если она будет, собственно, короче, помогать. Восстанавливает СП. Слушайте, раз она восстанавливает СП, знаете, я кому ее дам? Камел. Понятно, что ты хам. Ну, да. Да блин, она меня бесит, серьезно. В первой части она меня так не бесила, как тут. Она реально стала сучкой. Уж простите, конечно, ну это не мат, так что все нормально. Но она реально стала ту еще стервой. Да. Ну, собственно, как бы окей, мы знаем, почему они в Ордене в этот раз, потому что у нас Синдерелла сошла с ума и убила Мичеру. Ну, тьфу, Мичеру этого, как его. Короче, брата Мичеру. Я опять забыл, как его зовут. Чиаки, точно. Яра. Ладно, короче, у нас тут куча ивентов. О, да. Кагуя. О, с Кагуей что-то есть. С чего начнем? Я не знаю. Давайте вот начнем отсюда. Начнем все по списку. О, хорош. Ками, зуйбун кирей ни натте кита не. Токаси хажиме ва тайхен датта кке? Так. Вот, твои волосы уже более-менее чистые. Но, блин, действительно очень сложно с ними обращаться, короче. Расчесывать. Ну, короче... Да, почти все нормально прошло. Так что, о, расти дальше, красивый. Да, я постараюсь. Ну, здорово, ребят. О, редкое зрелище у нас тут. Вы все расчесываете волосы Рапунцель, что ли? Раптян? Да, волосы Раптян были в том еще беспорядке, поэтому мы решили расчесать их. Было сложно из-за того, что они длинные. Однако мы смогли справиться без особых проблем, потому что сама Раптян как бы сидела спокойно и... Рапунцель,
綺麗になるの頑張る。Рапунцель, очень благодарна вам за то, что вы потратили столько времени, помогая ей, поэтому она постарается сохранить их красоту. Больно. Ой, прости. Расческа застряла тут на секунду. Да все нормально. Просто сделайте их еще более красивыми. Хорошо. Я попытаюсь и быть и осторожнее параллельно. Это хорошо, то, что она выдерживает эту боль без жалоб. Это первый раз, когда меня вот так расчесывают. Однако я счастлива, потому что они, мои волосы становятся красивее. Что? Тогда слушай, Раптян, а как ты до сих пор расчесывала свои волосы-то? Ну, я их как бы... Как я понимаю, лизала, что ли? Сейчас, секунду, смотрю. Бомба, я играл в Fable, а не читал. Зачем ее читать, если в него можно поиграть? Там книжки по Fable такой себе еще. Ну, короче, да, я сама как-то пыталась за ними ухаживать и более-менее сохранять их красоту. Короче, я их лизала. Лизала? Чё, как кошка, что ли? Да уж, ты действительно дикий ребенок. Однако Рапунзель чувствует себя сейчас очень приятно из-за того, что теперь еще красивее волосы будут. И ты хочешь сказать, что они еще недостаточно длинные? Да, я хочу их, чтобы они были еще длиннее. Потому что в один прекрасный день я же ребенка сделаю. Стой, ты хочешь сделать свои волосы длиннее, чтобы сделать ребенка? Как одно с другим связано? В один прекрасный день я их использую для того, чтобы связать себя, короче, для того, чтобы с помощью них Рапунцель сделала ребенка. Вот как я хочу их использовать. Вот почему они мне должны быть длинны. А, понятно. Ну, короче, я думаю, вы все поняли, если знаете про принца и Рапунцель и про волосы. Понятно. То есть она хочет их отрасти, чтобы потом из башни смогла бы их наружу дать принцу, чтобы он поднялся и сделал ребенка. Я не особо понимаю, что она имеет в виду, но раз это ее кровавая либидо, то ладно. Вот оно как.
Значит, вот почему для тебя волосы так важны. Да, поэтому ты можешь полагаться на нас с помощью расчесывания твоих прекрасных волос. Именно. Для нас это честь даже. Хорошо. Закончили. Ты была очень спокойной сегодня. И благодаря этому твои волосы теперь будут еще красивее. Ура, спасибо. Мы можем их потрогать? Конечно. Хорошо, тогда. Ой, какие они шелковистые. И они такие мягкие еще. Действительно приятное ощущение, когда касаешься их. Рапунзель, у тебя действительно очень прекрасные волосы. Бугага. Она, на удивление, засмущалась даже. Она действительно еще маленькая девочка. Так ее волосы выглядят такими женственными. Где же эти волосы? Салар, на голове! Где же еще? Пумба, нет, я не читаю такую вещь, потому что, скажем так, есть вещи, которым я предпочту отдавать больше приоритет, чем вот всем этим сказкам и так далее. Для вот таких вещей, для того, чтобы вот такой, скажем так, такими произведениями проникаться, я для этого есть игры и аниме, и сериалы. А вот я через них проникаюсь такой вещью. А читать такую вещь я не хочу. Не хочу тратить свое время на... Я лучше прочитаю учебники. Мне больше нравится читать какие-нибудь хорошие учебники. Особенно по моей профессии. И, собственно, когда я... У меня есть время и желание что-то почитать, то вот я открываю свой шкафчик. У меня там куча медицинских книжек, которые я читаю потихоньку, изучая. Так что нет. А, для всего остального есть визуальные новелки и так далее. Мне они больше нравятся. Чем комиксы эти и все это говно. Все это дичь, скажем так. Для меня это неинтересно особо сильно. Там, я редко мангу могу какую-нибудь прочесть. Если меня сильно зацепит. Хамелун, ирукай? Так. Хамел, ты там? Оцука? Оцу? Да, входи. Тебе что-то нужно от меня? Да нет, как бы там есть интересные вещи, я не спорю, но как бы я не хочу читать их. Зачем? Я лучше литературу почитаю. Она поможет развиваться хотя бы. А для деградации есть и, собственно, аниме, и игры, и сериалы. Ладно. Продолжаем. Ну да. Ну, давай сделаем что-то. Блин, я отвлекся, я не понял, о чем речь. Ладно. Странно, она какая-то сегодня не бодрая. Слушай, что-то случилось? Ты какая-то неэнергичная сегодня. Как ты это поняла?
Просто поняла? Ну так в чем дело? Защитить своих друзей как смелый герой. Мне такое чувство, что я больше этого не могу сделать. Ничего подобного. Камил, ты очень много раз помогала нам. Да, но я чувствую себя какой-то бесполезной в дальнейшей перспективе. Гретл... Ну, Гретл, типа, всегда помогает своим интеллектом и так далее. Кагуя тоже уже сама может постоять за всех. Даже ты, Оцу, все очень сильно полагаются на тебя. Верно. По сравнению с тобой, Оцу, я чувствую вообще какой-то бесполезный для всех. Я бы не сказала, что так же и прямо полезная. Еще много чего нужно сделать. Много чему научиться. Я обещала, что буду защищать всех. Но все остальные действительно могут положиться на меня. Слушай, Хамел, ты слишком много об этом задумываешься. Не перенапрягай себя этими мыслями. Не перенапрягаться. Другими словами, я как бы не нужна, да? Хамел? Прости, не, ничего. Ты в порядке? Да, ты в порядке. Но я хочу остаться наедине какое-то время. А можешь, пожалуйста, завтра вернуться? Хорошо. Блин, не те слова, походу, сказали. Ну, я имела в виду, что ей не стоит слишком сильно обеспокоиться. Однако Хамел, походу, эти слова ее раздражали только.